Леонид Хихнин. Домик для зайчика. Надоело зайцу под кустом спать. Решил он построить дом. «Свей себе гнездо на дубу», — посоветовала ворона. «Высоко, не долезу», — покачал головой заяц. «Лучший дом в дупле», — сказала белка. «Тесно, не помещусь», — отказался заяц. «Построй конуру. Тепло, уютно», — гавкнул дворовый пес. «Я лесной житель», — ответил заяц. «Норка — укромный домик», — пискнула мышка. «Там темно и душно», — проворчал заяц. «Так до сих пор и живет заяц под ореховым кустом».